и начинает как акула кругами вокруг меня ходить. Самое главное — сесть на такое расстояние, вот вытянутые руки, видите? То есть ближе нельзя, надо именно на вытянутую, чтобы не достали, чтобы так доставали чуть-чуть, чтобы погладить. Но в случае чего можно было сразу элегантно слинять. Да. Ну. Давай уже падай. Падай, падай, падай. Так. А. Этот бок. А, это называется, я бы тебя куснула, конечно, она очень лень тянуться. О. Не спортивная лиса, нет. Да, лиса, у тебя в родственниках не было старого дизеля в предках. Очень по звуку походит. Да. Да. Может, все-таки дотянешься? Нет, не дотянется. Неинтересно. Ой. О-о-о. И что это? А, это кусание за голову. Какая ты вредненькая. Ее гладишь, а она подходит и кусается за голову. Называется лечь на руку и заняться своими делами. Эй, рука здесь, рука тут, вот тут, вот тут. Вернулась Алискина вредность в полном объеме. Все, не трожьте меня, не подходите ко мне, и я сама вас покусаю. Эй, шуба облезла. Ну-ка, слезай с меня. Слезай с руки. Посмотрите, как с этим можно бороться.